В девятиэтажке на Больничной улице жизнь кипит и далеко за полночь. Местные любители выпить точно знают, куда идти за добавкой. Водка, коньяк, шампанское – ни на один из этих видов алкоголя. У продавцов нет ни лицензии, ни разрешительной документации. Тут пришли проверкой водки какие-то. У меня телефон здесь нет, надо позвонить, будет приедет. А здесь водку вытаскивают. О том, что крепким алкоголем торгуют из-под полы, в полицию сообщили жители многоэтажки, которым надоели пьяные дебоши. Мало того, что продукция неизвестного происхождения, на алкоголь нет ни ценников, и он не стоит на витрине, так еще и продают его в запрещенное законодательством время намного позже 10 вечера. В ходе проведения проверки сотрудники полиции изъяли алкогольную продукцию, находившуюся на реализации, объемом 41,5 литр на сумму более 22,5 тысяч рублей. Какое назначит наказание индивидуальному предпринимателю за нелегальную реализацию алкоголя, будет решать суд. Пока на продавца составлены протоколы, а продукция опечатана и изъята. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.